только взгляните, как вырос мой грозовой дракончик! Влад, смотри, что но происходит? Он не должен заметить. Все было, я не мог ничего поменять. А, солнце! Где мой зонтик? Что я происходит? Плачу. Влад, никто привет! Не должен знать. Привет! Привет, Райм! Что как твои дела? Влад, уйди быстрее, пока есть еще время. Я предлагаю пойти бить драконов, как ты любишь? Да, чтобы выбить яйцо дракона и получить новое. Да, еще ты же любишь больше драконов. Вы мне объясните, что вы тут делаете? Это совсем не то, о чем ты мог подумать. Ярик совсем не убил твоего дракона, и мы не похоронили его здесь, потому что он, ну, вот такой вот, да. Что ты сказал? Но мы же этого не сделали. Этого не было, то есть. Вы что, охренели? Как это я... Ярик? Какого дракона? Огненного дракона? Нет. Да, нет. Вы охренели, что ли? То есть Ярику записали первую серию, он в первой серии убил моего дракона. Все. Знаете что? Ты объявляешь войну охотникам? Я объявляю то, что это теперь полностью мой дом. Вы все поразъехались. Да. Вот и давайте, катитесь. Я все, я один. А мы тут при чем? Это Ярику предъявляю все претензии. Ты мне на моем этаже понаставил кучу чеснока. И ты думаешь, неприятно там жить было? Вот и пришлось переехать. Я тебя не было, я думал... Пранк градусы сделать. Градус, а ты такой весь из себя король вампиров. Вот это вот все. Почему ты его не остановил? У него была сила на 255. Какого черта? Это Ярик, ты же его знаешь. Ну ладно, Ярика здесь нет, потом с ним разберемся. Я предлагаю построить для него тюрьму. Он просто пукнул в сторону дракончика, а тот разлетелся как будто от ядерного взрыва. Я посмотрю на его ролики, что он там сделал. Так, а тебя надо как-то, я не знаю... Куда-то спрятать, что ли? Ну, кстати, все началось с того, что я сказал, вот-вот у Райма драконы вырастут и начнут разрушать дом. По идее, вообще виноват Градус изначально. Не, вообще виноват Райм, потому что он не спрятал драконов за 200 лет. Я как Дайнерис Таргариен. Вот вы говорите, что мой дракон разрушит. Я сейчас тебе это самое. Не, ну слушай, если ты как Дайнерис Таргариен, у нее остался только один самый большой дракон. Я в итоге прилечу к тебе в вампирский лес и расхреначу то, что ты вчера на стриме 8 часов строил. Во-первых, не 8, а 4. Во-вторых, вы сами это строили. Да, это наша работа, не смей это трогать. Я сам за нее встану. У меня поножи из чешуи дракона. Мне нужно сделать ботинки, чтобы у меня был полный сет дракона стали. Бро, не, чешуя дракона точно не нужна. Послушай меня, нужна огненная драконопечь. Правда, у нас нет огненного дракона, которого мы... Помнишь, Влад, мы делали драконью печь? Да. Дракона нету. Ха, интересно, где он? Влад, у тебя тоже есть яйцо дракона? Так кто мы же с тобой сражались. Кто зурит у меня? Сейчас найду дракона. Парни, а зацените то, что я уже построил к этому моменту. Где мой лазурит, твари? Я могу тебе дать. Держи! Все это зелье сна, которое я тебе подсыпал в чесночный хлеб. Спасибо. Ух ты, вот это да. Это ты вчера и строил. Да. Сам, молодец. Спасибо какой. Тебе и твоему дракону, который прорыл мне большую часть территории. Если бы не твой дракон, я бы здесь копался вечность. Да, сейчас я его призову, можешь прямо и в лицо сказать спасибо. Спасибо. Не призывай ее. Ладно, не буду. А то будет еще на одного дракона меньше, поверь. Хватит угрожать моим драконам. Дайте мне лазурит, и я от вас иди отстану. Ко мне, иди ко мне. Это библиотека вещей, хранит в себе столько предметов. Тут так темно, так отстойно, да как ну ты живешь. Да ну что ты делаешь? На. Это не лазурит. О! Это яйцо дракона, извини, можешь вернуть тогда. Вот лазурит. Спасибо, спасибо. Так, я возьму 32 штуки, я полетел, все, отстаньте от меня. У тебя есть зачаровальня? Конечно. Дай. Пойдем за мной. Скоро моя база будет еще таким лабиринтом, в котором будут все смертные путаться. То есть я сюда вообще не приду никогда. У тебя есть вот эта вот штучка, которая снимает чары? Да, точила есть, сейчас принесу. Вот это то, что нужно. Эффективность 4, шелковое касание, прочность. Блин, теперь очень важное задание. Мы идем кататься на наших червячках. Это один из червей, который у нас остался. Let's go! Ну как ими управлять? Мне кажется, проблема в том, что... Ну как тебе сказать? Песка нет. А, точно! Бесполезный кусок червя. Так вон же, у тебя вон берег есть песочек. Погнали на берег и его вытолкаем. Толкайте их, кто фу, номер, я сейчас спалю, клянусь. Влад, представь, к тебе такой в кровать заползает ночью. Личинус. А когда-то я своему дедушке под кровать улиток положил. О, мне бабушка сказала, ну я собирал их, и потом просто мне было, ну, хотелось улиток вот где-то сохранить. Поесть. Да. И потом бабушка шутила, сейчас деду в трусы заползут. И будут жить там.
Да. Все, он в песке. Давай быстрее. Да как на них кататься? А может, в том-то и суть, что ты их приручаешь таким образом? И больше не катаешься, да? Ну, как бы успокаиваешь. Может, ну смотрите. Плюс этих червей в том, что они нападают на всех враждебных мобов. Да, и дохнут, как мухи. Да, уже все попередохли. Но это участь глиста такая, что вы хотели. В таком случае, поскольку у меня появилось яйцо дракона, его нужно срочно вырастить опять, потому что утенок Джек уничтожил моего дракона. Так, иди сюда, тупой скелет. Да иди ты в жепку, получайте. У вас есть зажигалка, у меня уже есть, все, отстаньте. Так я могу жечь. Точно. Ты искал этот блок в вечность. Не драматизируй, давай. Спасибо. Он всегда портит всю малину. Ну я случайно. Да, да, да. Мы что, Херобрида призываем? Что это? Это будет призыв Берохрена. Нет! А ну-ка, дай-ка огоньку. А, ну или так. Не-не-не, давай, Влад, все, давай. Давай. Вау, вау. Ну только так. О, зачем зажигалка? Когда есть. Вот так. Все, пошло дело. Теперь пусть оно там готовится, а нам, ребята, с вами нужно сделать много драконьей еды для того, чтобы прокачать моего грозового дракона. Он сказал еще готовится. Я вот думаю, блин, интересно, наверное, яичница будет из драконьего яйца. Думаю, да. Вареный дракон. Яйцо, оно же в Африке яйцо. Из яйца ж можно сделать яичницу. Я думаю, можно. Естественно. Даже из драконьего. Но не смей даже об этом думать. Классная шляпка. Ребята, мне нужно очень много еды и костей. Кости вроде как у меня есть, а вот еды нету, поэтому мне нужно очень сильно ее добыть. Ребят, если у вас есть, то, пожалуйста, принесите мне, я вам потом оплачу дракона сталью. Так, еще раз, костей у тебя дофига, да? Думаю, да. А вот вопрос такой, у нас здесь была ферма овец. Да, где? Она куда-то делась. Они все. Я без понятия, если честно. Какого хрена, что здесь происходит, окей? Иди сюда, ладно. Что? У меня за пазухой очень долго пряталась куча мяса, потому что я его пережариваю и делаю себе еду. А я ем очень часто. Ну, раз тебе так надо, держи. Я поголодаю. Подумаешь, буду сидеть вот так. Ой-ой-ой, животик болит. Ну, ладно, голодай пока, спасибо. Угу, прикол. Блин, я уже для прикола не могу тебя поджечь, ты же умрешь сразу. Да. Так, ну что, дракончик, ты сейчас у нас получается какого уровня? Сытость 0! А, так, покушай. Ой, да не садись ты на меня. Так, все, я тебя скормил, все это. И давай, расти, расти, расти! Райм удивляется, что дракончик сытость 0. Тем временем дракончик, который 15 лет уже ничего не ел. Илья, мне тоже, мне срочно нужна еда. Пожалуйста, помогите мне ее добыть. Я тебе все отдал. Я вампир, я не добываю мясо. Ну, пойду сейчас где-нибудь поищу. То есть вот так вот, значит, это самое, как тебе помогать рыть пещеру, так это все должны, нет, а вот это плане, помочь... в плане у меня нету в сундуках мяса. Ну, помогите мне ее добыть, пожалуйста. Ну хорошо, сейчас. Так, вот так, и отлично. Вы спросите, зачем я ее делаю, а все для того, чтобы снять... Хайповый видос на хайп-кэмп? Почти. Вот эти чары. Кстати, у меня скоро левел закончится. Мне нужна добыча 3. Очень сильно. Мне она безумно необходима. Блин, я отдал весь лазурит тебе. А нет. Для того, чтобы добывать очень много еды. Да какая острота 3? О! Добыча 3! Убийца вампиров 4! Мне не нравится зачарование на твоем мече. Не переживай, Градус. Этот меч будет колотить тебя только очень в редких случаях. Каждую серию смотрите. Ребята, вы добыли еды? Нет. Я добыл немного мяса, пока только 23. Отлично, у меня тут пока... Ух ты, сколько у нас свинок, оказывается, что вы молчали? Так дракон твой вылез, жив! Только не убивай свинок там, это я наоборот их там разводил. Ну я и по чуть-чуть. Алло, дракон, говорю, твой. Ты хотя бы сделай так, чтобы они это размножались. У меня нет морковки. Так, ладно, у меня есть чуть-чуть мяса, мне этого пока что хватит. Типа он нам не нужен, правильно, дракон? Какой? Огненный, который вылупился, и я кричу об этом уже 5 минут. Что? Он вылупился? Да, вот так он быстро? Ползает. Сам в шоке. Подожди, он, неужели он думает, что ты его папа? Нет, не знаю. Потому что ты был ближе всего, только не говорите мне это на самом деле миф, и я прикалываюсь. Просто это было раньше так работало. Теперь у меня 2 коричневых дракона, блин, как их не путать? Броню надень на них. Да, кстати, разного цвета. Этот дракончик спит, нужно его не разбудить. Тварь. Вот так вчера Лёня ко мне на стрим залетел. Неправда, я вообще очень добрый. Я выпью немножко крови дракончика. Я сейчас тебя выпью, отойди! На, мясо.
На. О, спасибо. Ладно, можешь пить, сколько влезет. Ребята, у вас есть кости? На. О, у меня есть 13 еды дракона и, кажется... Блин, у тебя есть кости дракона? У меня кончились. Погнали, убьем дракона. Нам все равно нужны с него детали. Да, ребята, пойдемте, убьем дракона. А еще я, кстати, знаю места, где есть трупы драконов, я не разбирал. Не, пойдем убьем его. Ух ты, градус, посмотри. Ой-ой-ой. Малютка дракон, ты его убьешь сам. Он прямо около дома. Получай. О, а что ты сильный-то? Нет. С ним просто рядом школьник зомби. Школьник зомби это самый сильный. Убили. Эх, я этого не убил. Тихо. Так, подожди-ка. Главное, чешуя. Ладно, это было не так эпично, как раньше, но тем не менее. 12 штук, этого мало. Подожди, так 12 штук этого достаточно, чтобы сделать два рога. Обычные кости тут тоже есть. Супер, возвращаемся домой. Отлично, рог дракона имеется. И теперь, пожалуй, перенесу-ка я вот этого дракошу на улицу. Сейчас мы, ребята, с вами его прокачаем. Кстати, Влад, Да. Ты собирал уже себе сердца дракона? Потому что, мне кажется, у меня их миллиард штук. О, давай, ну у меня есть. Я не знаю, зачем они мне сейчас, но как будто бы понадобятся. А вдруг Влад захочет в одной серии стать совсем другим дракошей и другой расы, и ты будешь теперь не огненный, а лесной или водяной. Это интересно. Посмотрите-ка, он уже совсем большой. Еще чуть-чуть, и он станет огромным. Так, как сделать броню дракона? Он уже больше меня. Алмазные блоки! У нас есть миллиард алмазов? Нету. Надо добыть. У нас есть кирка на удачу? У меня на третью. О, градуса можешь одолжить, пожалуйста? Держите, Рэмки Кэтч. Даю вам свою реликвию, ради которой пахал день и ночь, чтобы найти назарит. В залог могу отдать один лазурит. Ты рад? Да. Окей. Пойду за алмазами. Первый, второй, третий. Так, у меня того уже 12 алмазов. 15! Этого тебе не хватит даже на один элемент брони. Я знаю. А вы поделитесь своими алмазами? Не. Ну, они нужны просто там на важные дела всякие. Градус, я добыл 28 алмазов. Мне надоело. Это было очень тяжело. И это все? Серьезно? Ну, слушай, вообще-то было реально непросто их найти. Чувак, ну ты как ребенок. Ну, малыш просто. Дай алмазы. Мне 8 алмазов, ПЖ. Я не хочу их просто давать тебе. Ну, я тебе отдам тогда свою назаритовую кирку на... Как хочешь. Я сейчас за алмазами отправился. Чё тебе не нравится? Чё тебе не нравится, пёс? О, спасибо, держи назаритовую кирку, будешь должен. Ого, вот это он тебе подарок сделал, градус, конечно. Очень круто. Он только такие подарки мне и делает. А как мне сделать броню? А как какать? Чувак, ты в курсе, что тебе нужны алмазы? Блоки алмазные. О, я могу сделать один элемент брони, как мы его назовем. Капец, сколько серий он уже существует и до сих пор без имени. В смысле? Он буквально эту серию появился. Да. Подожди. А, это маленький, который огненный. Да. Боже, как он вырос, как вы его покормили. Я его раскачал неплохо так. Ребята, сегодня мы добыли кучу алмазов, прокачали дракона и вообще вырастили его. Рок-н-ролл. Ву-ху, рок-н-ролл. Ву-ху, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии я хочу получить броню. Как я вас забиваю, извините. Да. В следующей серии я хочу сделать полностью фулл броню из грозовой дракона стали. Нам придется потрудиться. А с вами был я, Райм. Всем удачи, всем пока-пока.